Мы в Калининграде на острове Канта. Как всегда, приехали, ничего не знаем, смотрим, только иногда поглядываем на карты, идем к обозначенным местам, просто гуляем без какой-либо цели. Цель вообще есть – погулять. Мы находимся с вами у статуи «Поющие дети». Эта статуя знаменита тем, что очень часто наши пернатые их путают с птенцами, начинают их кормить. Но это поющие дети с открытыми ртами. Кстати, вы тоже можете здесь привстать, открыть вот так вот рот, и через полчаса я вам даю гарантию, что вас накормят червячком. Заморить червячка. Русский кот. Кот не русский. Русский. Кот-то прусский.